По ходовке я, значит, объем сейчас закончил по разбору и подготовке запчастей. Осталось мне только шаровые собрать. Чтобы шаровые собрать, нужно мне найти пыльники. Пока не нашел пыльники, скорее всего, заказывать придется. Сейчас же мне надо прочистить все, что там, если есть какие-то очаги. Также двигатель буду снимать, буду смотреть, почему масло расходует. Сейчас приступлю к снятию всего навесного. Ну, навесного чего-то, что мешает. Коллектор. Даже это все можно снимать потихоньку, потому что целиком двигателя здесь вытащить не смогу. Решил я его располовинивать, головку отдельно и блок отдельно, как можно меньше вес сделать. Блок и так чугунный, весить будет много. Там еще и передний этот редуктор. Вчетвером, думаю, вытащим. Так, двигатель, значит, я продул. Сейчас надо открутить коллектор.
скинул ремень, снял лопастя вместе с вискомуфтой, шкив гидроусилителя, шланг отсоединил. Сейчас начинаю откручивать ТНВД. Крышку надо открутить. Примерный виновник всего торжества виден здесь. Шестой цилиндр, ну и частично пятый цилиндр тоже так чуть-чуть мокрый, но шестой вообще масле кидает он сильно, остальные в порядке. Как обычно, дальний самый нагреваемый. Буду надеяться, что это кольца, и простой заменой колец все обойдется. Сразу скажу, в этих двигателях еще не копался я. Первый мой дизель. Ничего, осилим. Так стоит верхняя мертвая точка. Пятая и шестая. Прежде чем снимать, посмотрите, есть ли на них цифры. У меня цифры имеются. Если не имеются, надо их пометить. Положение первого цилиндра необходимо, чтобы было в верхней мертвой точке. Тут у нее метки имеются. Там тоже есть метки. Вроде я его поставил. Так, далее выворачиваем эти болты. Полностью откручивать не обязательно. И далее вторая, третья, четвертая, седьмая. А эти оставшиеся крышки нужно откручивать по одному обороту за каждый, по одному обороту за каждый подход. Не более одного поворота. Дабы не согнуть распределительный вал.
освободил. Это тоже. Все болты вывернул, остается демонтировать головку. Там, по-моему, какую-то мелочь еще. А, вон шланг осталось отсоединить. Головку клинить нельзя, ничего забивать между головкой и блоком, поэтому пытаемся без стали как-то расшевелить ее. По-моему, шевелится. Да, я вижу люфт. Главное, экран не погнуть. Ну, в общем, как-то так. Опа, что-то хрустит. Ограничитель сработал. А, тут у нее еще два этих. Хорошо, что сильно не тянул. Фильтр тоже надо открутить. Открутил я фильтр. Два болта вытащил. Сейчас головка уже шевелится. Там сзади надо еще чуть поддернуть. Так, и шланг остался. Thank you.
Жаль, целая прокладка. Придется по-любому покупать. Так, все эти цилиндры на ощупь просматриваешь, такого явного износа нету, как здесь. В пятом цилиндре вижу, и как будто металл перегретый был очень сильно. Это еще что в шестом цилиндре происходит, пока не видно. Поршень спущу, там, думаю, еще хуже будет, потому что пятый только начинал сифонить, а шестой уже масло кидал хорошенько. Такие, если гильзы были бы. Здесь бортик тоже хороший есть. Очень даже хороший. Тут его почему-то меньше. Но боковые задиры тут очень много. Тут меньше. Меньше, меньше, и тут вообще нету, нету. А, первый не могу посмотреть. Один такой, не сильно, вот здесь вообще нету ничего. Так что, блок, короче, либо выдергивать, две гильзы менять, вместе с заменой колец, либо же надо будет купить нижнюю часть двигателя. Если у кого есть дизельные, такой блок купил бы я, если в хорошем состоянии есть, или нижнюю часть целиком. На первых порах предлагайте, пока не успел купить. По цене сойдемся, возьму. Опа, кто вернулся? Ежик, ты где ходил? А тебе дать-то нечего. Опа, знакомые лица, мы где-то раньше виделись. Давай, давай, иди ближе. Сейчас пойду посмотрю, что ему дать. На этом я вторую серию закончу. Сейчас у меня основная работа начинается. Времени им заниматься не будет. Главное, диаметр поршневых знаю, но это еще мне обмозговать надо будет, что мне делать. Увидел я причину, сейчас надо ее устранять. Как-то задержится, наверное, чуть-чуть видео, думаю, через месяц только начну. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться и ставить лайки. Вот так.